Яркие танцы, народные песни. В мае Самарский сквер имени Высоцкого превратится в концертную площадку. Здесь пройдет чувашский национальный праздник Акатуй, посвященный земледелию, весенней пахоте. Это праздник плуга и сахи. Состоится 16 мая, 12 часов дня. Приглашаем всех самарцев. Мы подготовили несколько номеров, поэтому будет очень весело. Готовиться к празднику самарские чуваши начали заранее и, как полагается, с уборки. Несколько часов с граблями и метлами в руках шанса мусору не оставили. Решили сегодня именно убраться, привести божеский вид сквер, мусор, тут камушки. Тут только что она за зиму не скопилась. Естественно, когда вот так вот, когда просит общество, допустим, или сами видим, что нужно где-то помочь, убраться, ну, с удовольствием приходим. Представители чувашского культурного общества уверяют, свой город приводить в порядок только в радость. Даже настроение улучшается. Впереди еще совместная уборка всеми народами. 18 апреля на общегородском субботнике национально-культурное объединение Самары выйдут наводить чистоту в сквере Родина рядом с Домом дружбы народов. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.